Не лише на Хмельниччині, але й в усій Україні знають Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство, адже воно визнано кращим у галузі. Тут виготовляють протези, ортези, тутора, інші засоби реабілітації та ортопедичне взуття для людей, які страждають від хвороб опорно-рухового апарату. Кілька років тому на підприємстві створили відділення стаціонару. Його палати аж ніяк не схожі на лікарняні. Так тут по-домашньому затишно. Хіба що лише функціональні ліжка нагадують, що їх використовують для пацієнтів лікарень та санвузли пристосовані для людей з особливими потребами. Зручні меблі, кондиціонери, телевізори створюють комфортні умови для пацієнтів. Крім стаціонару, на протезно-ортопедичному підприємстві створено ще й центр реабілітації, де відновлюють здоров'я не лише люди, які протезуються після ампутації кінцівок, але й діти, хворі на дитячий церебральний параліч. На сегодняшний день наше предприятие – одно из предприятий в системе Укрпротез, которое занимается реабилитацией своих пациентов. То есть на нашем предприятии уже четвертый год существует стационарное отделение первичного сложного протезирования и реабилитации. А с февраля месяца этого года мы занимаемся реабилитацией детей ДЦП по системе динамической проприоцептивной коррекции в костюме «Гравистат». Вот данный ребенок, он как раз проходил курс реабилитации в костюме «Гравистат». С ним занимался реабилитолог Оксана Васильевна Осядлая. В нашем центре работают такие специалисты, как травматологи, ортопеды, социальный работник, психолог, реабилитолог. Дети находятся под наблюдением неврологов, потому что непосредственно на назначение для прохождения такой методики в костюме «Гравистат» должен дать лечащий невролог, который наблюдает ребенка по месту жительства. Это одно из ноу-хау нашего предприятия. Специалисты проходили обучение методике проприоцептивной коррекции в Институте Харьковского укрындеи протезирования. Наши специалисты несколько раз в год, врачи, технологи, модельеры, техники-протезисты, а также реабилитологи проходят там обучение. И методика дает большие положительные результаты, очень положительная динамика. Лечение можно пройти как в амбулаторных условиях, то есть приходя на лечение на протяжении 21 дня, это, например, городские дети, и можно пройти, будучи на лечении в стационарном отделении. Это четырехразовое питание, абсолютно все бесплатно, отдельная комната предоставляется для мамы и ребенка, все условия. То есть 21 день ребенок находится под наблюдением специалистов. Какие преимущества прохождения реабилитации именно вот в таком центре, как наш, на базе протезно-ортопедического предприятия? Потому что, наблюдая за ребенком, травматолог-ортопед может назначить ребенку необходимые в данном случае в процессе коррекции, реабилитации, какие-то, значит, технические средства реабилитации, будь то головодержатель, корсет, ортезы верхних, нижних конечностей, тутора. То есть ребенок находится под наблюдением, и это лечение коррегируется. Коррекция, реабилитация в костюме «Гравистат», она комплексная. Здесь ребенок получает массаж верхних-нижних конечностей, разработку пассивную верхних-нижних конечностей, ЛФК в костюме «Гравистат», ЛФК без костюма «Гравистат», сенсорную интеграцию. Есть элементы игротерапии, арт-терапии, разработка по методике Монтессори, Зайцев. То есть это комплексное лечение плюс назначение необходимых технических средств реабилитации. У нас прошло на сегодняшний день, с февраля месяца, 30 детей реабилитацию. Мы можем взять до 6 человек. То есть у нас небольшими группами мы занимаемся, потому что основное наше направление, конечно, протезирование. И люди, которые находятся на стационаре, это люди, которые обеспечиваются протезами верхних и нижних конечностей и также проходят реабилитацию. Таким образом, в нашем стационаре и взрослые, и дети получают психологическую, физическую, медицинскую и социальную реабилитацию. Кроме того, у нас на предприятии работает два юриста, которые при необходимости дают консультативные какие-то разрешения проблем нашим пациентам. Значит, большой такой шаг вперед, который сделан предприятием, это ортез для сидения. Это первый этап вертикализации
несидячего ребенка. Патология может быть различной, но чаще всего это или может быть какие-то последствия травм черепно-мозговых, это заболевание ДЦП, то есть нарушение центральной нервной системы, где ребенок не может самостоятельно сидеть. Этот ортез для сидения делается индивидуально при помощи вакуумной подушки. Он в точности повторяет физиологические изгибы туловища, и потом при примерке делается коррекция, выставляется необходимый угол для сидения, и заканчивается изделие, и мы сажаем ребенка, мы вертикализируем, и таким образом ребенок, во-первых, адекватно воспринимает окружающий мир, то есть у него есть какая-то своеобразная интеграция в окружающей среде, не сдавливаются внутренние органы, нормально функционируют, нормальная экскурсия грудной клетки, не ухудшается состояние опорно-двигательного аппарата, в частности позвоночника, потому что мы корректируем, освобождаются руки у мамы, то есть это облегчает уход за таким ребенком. Кресло можно, оно очень устойчивое, его можно поставить в инвалидную коляску, его можно поставить на пол, его можно поставить за стол, в автомобиль. Вот, то есть это очень мобильный такой переносной ортез. Делается он по мере роста ребенка, то есть даже можно делать его два раза в год, потому что ребенок растет, естественно, поправляется, увеличивается в размерах. То есть в будущем, буквально до конца года, такие ортезы для сидения мы будем делать для инвалидов-спинальников. На данный час мы можем сделать ортез до детей 130 сантиметров ростом. Но я думаю, что до конца года мы сможем обеспечить такими изделиями людей, которые нуждаются вот, в других реабилитационных центрах именно инвалидов-спинальников взрослых. Это бесплатно, мабуть? У нас абсолютно все бесплатно. По назначению врача, в программе реабилитации или по направлению ЛКК и через региональный орган социальной защиты туда и населения. Получается, направление приходится к нам. Детей, которые, значит, ну, к назначению костюма гравистат есть определенные показания, противопоказания. Значит, если ребенок не может проходить реабилитацию в костюме гравистат, мы можем такого ребенка госпитализировать, провести с ним комплекс реабилитационных мероприятий и сделать, например, ортез для сидения или ортез на нижние конечности. То есть родители должны обращаться в индивидуальном порядке, потому что каждый диагноз он требует своего лечения, своей какой-то коррекции. Настолько сейчас большие потенциальные возможности у нашего предприятия, собраны высококвалифицированные специалисты для работы с отдельными категориями населения, которые нуждаются в протезно-ортопедической помощи, что наше предприятие предложило свою помощь вот именно в данном случае, это система гравистат и ортезы для сидения другим областям, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой. Даже есть дети из Кировоградской области. Руководители этих областей откликнулись, детей посылают на реабилитацию, родители очень довольны. Кроме того, мы пока единственные, мы и Харьковский эндопротезирование институт, мы выдаем ортезы гравистат тем детям, которые прошли реабилитацию у нас, то есть делается коррекция под наблюдением врача, реабилитолога, и ребенок уезжает, и дома он может заниматься в домашних условиях и приезжать к нам, опять же, на коррекцию. Это очень важно, потому что такое огромное количество детей, которые нуждаются в реабилитации, а динамика положительна только в том случае, если лечебные мероприятия проходят последовательно. Мы своих вот детей приглашаем в следующий раз на курс реабилитации повторный через 2-3 месяца. Если ребенок по каким-то причинам не может приехать, он эти же упражнения может проходить дома с родителями, потому что многие дети в системе социальной защиты населения имеют вот и даже есть параподиумы дома, и шведские стенки, и брусья, и родители имеют на сегодняшний день, благодаря социальным инициативам президента, заниматься реабилитацией даже в домашних условиях. Поэтому, пожалуйста, наш центр примет всех желающих и отдельно рассмотрит каждого пацієнта. Сьогодні ми не будемо докладно розповідати про виробничий процес та вироби Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Нас цікавить, як працює його профспілкова організація, чи налагоджено соціальний діалог між трудовим колективом та адміністрацією. Але не можемо не поцікавитися, що нового з'явилося на підприємстві за останніх півроку. Забезпечення людей інвалідними візками буде здійснюватися через сервісний центр, який створений на базі нашого підприємства.
згідно постанови за номером 321, яка вийшла від 5.04.2012 року, створено такий структурний підрозділ. Що це дає можливість? Це дасть можливість інваліду, який потребує забезпечення інвалідним візком, конкретно прийти в сервісний центр відповідно до своєї індивідуальної програми реабілітації, відповідно до свого діагнозу. Вибрати того виробника, безпосередньо йому буде показано візок, буде всі його дані, ми уточнимо, і буде запропоновано йому огляд тих, дійсно, щоб він міг на свої очі, як говорять в народі, побачити, пощупати їх, як то йому візок, просісти в нього, подивитися. Тут же ж він зможе його замовити, цей інвалідний візок, і вже підприємство-виробник безпосередньо поставить в цей технічний засіб реабілітації в сервісний центр. А сервісний центр – це сьогодні є одна з ініціатив міністра соціальної політики – доставляти інвалідні візки безпосередньо до інваліда. Тобто працівники сервісного центру загрузять цей інвалідний візок, на якому буде на коробочці цього інвалідного візка, буде написано фамілія, адреса цієї людини, вони доставляють додому, розпакують його, покажуть всі документи супровідні, і людина тільки після того, як інвалід, тобто окрема категорія населення, людина поставить свій підпис, буде рахуватися, що наша місія виконана. Отаке зараз одне з таких новшеств. І скажемо, що в цьому році практично на протезування, я вже повторюся, що виділено практично 100%. Тобто всі люди, які потребують по Хмельницькій області на сьогоднішній день протезування і ортозування, будуть забезпечені в повній мірі.